Ну, кто оказался прав? Я так и говорил, что не переоделись. Остановись назад. С обратной стороны бегут. Строят. Вот сюда. Андрей, с той стороны. Вот так. Передний ряд неприкасаемый. Так, а где остальные? Переодеваются. Куда бежишь? Ну, сюда, ну ладно. Она в первый ряд. Так, благодарим Бога. Боже, слава Тебе. Господи, слава Тебе. И достоин всяческого воспаления, наш любящий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Володя, кто прав? Вы. Я прав. Я заранее сказал, говорю. Это мы долго были там, в дом заходили. Надо быстро переодеваться. Не грызи ногти. Так. Я не знаю из них, какая Софья Марья, так не стараюсь узнать, мне так интереснее. А где еще кто есть? Еще Тарасик бежит. Тарас сейчас там. И Тимофей. Тимофей. Да Тимофей не успел бежать. А Тимофей еще? Он не успел переодеться, он в одной майке. Вот хуже женщин. Он в одной майке только. Вот такое дело. Не переодеваться. Вот у этой девочки в церкви она стоит, какая из них? Юбка выше нормы церковной на 20 сантиметров. Должно быть, платье должно касаться вот этого изъема, вот, не больше 10 сантиметров. В храме стоите. Это в уставе написано. А это стоит вот такое. А здесь, чтобы было ниже. Ниже. Здравствуйте, Игорь. Сегодня Маша... Так, подожди, когда скажут слово. Тогда так. Сегодня мы пройдем маленький урок. Мы пришли сейчас из храма. Разум должен у нас быть просветленный. Сегодня у нас простое дело. Воскресенье, не работаем. Будете кататься на лодках. Обязательно. Я хочу с вами провести занятие. Палатками застелите там в шалаше. Ни разу не было. Спать взрослые там могут, а дети нет. Потому что пожароопасный материал, из чего он сделан. Только поэтому. Сегодня у меня такое дело получилось. Приезжаю я и привожу банку трехлитровую с покрышкой. Как банка моется? Банка моется так, что туда с губкой рука, если пролазит горлышко. Так, слушай внимательно. Девочки, вам это сгодится. И протирается, а споласкивается не один раз. И просушивается, опрокидывает. Так. Я приношу, я себя должен исследовать, правильно ли я сделал. Я аккуратно поставил в корзинку велосипеда, привез, поставил на стол. А я не вижу, а где Галина Александровна? Она должна быть здесь. Она на кухне. Ну-ка, кто-нибудь сбегай. Давай. Скажите, что на утреннем разводе у нас должны быть все. Все до одного. Ноги не ломайте. Так. Когда колокол бьет, дежурные, все должны быть здесь, даже кухонные. Так, Никита, вот сюда подойди ко мне. Ладонь вот так сделай правую. Правую. Сверху. Галя, положи свою правую ладонь. Как твоя ладонь? Насколько больше? Больше нет. Ну-ка. Ну, ясно дело, что ты это сдвинь куда, вон куда. Ну куда сдвинуть? Ну-ка, сдвинь вместе-то. Ну что там говорить? Ну, женская и мужская рука. Видите, какая. Для чего я это говорю? Потому что я это обдумал. С остальным места. Я к ней обращаюсь и говорю, надо помыть банку. Но она очень хорошо помыть ее. То есть, ну, пока все правильно. Она говорит, поставьте сюда на газету. Я поставил. То есть, все нормально. И вдруг вижу, он ее берет банку. Я внимания не обратил. Мало ли еще берет. Но он, у него... Такое есть качество появилось, инициатива, но не спрашивает. И все инициативы у него по боку, во вред. Он благословения не ищет. А знать не знает как. Он взял, ударил, а там ничего нету. Здесь он делает по-другому. В банку берет горячей воды, там, которая есть. Если горячая вода где-то, нужно ее маленько остудить, чуть-чуть плеснуть и вот так помотать воду. Открытая, чтобы была. Чтобы нагрелись, вся она нагрелась. Иначе разное будет расширение, она рвать будет. Разное расширение. Вот печь делаешь, огнеупорный кирпич и красный. У них разный коэффициент расширения, и там щель.
разные. Один расширяется на сантиметр, а другой на два. Я к примеру говорю. Вы видите, вот когда рельсы где состыкуются, то они не вплотную вот так вот стоят. Почему? При холоде она будет отходить маленькая, а при жаре будет сходиться. Или вот газовые трубы идут, или отопление идет. Идет, потом вот так вот буквой П завернулась на то же, и опять дальше идет. И вот этой буквой П, это кольцо, это на растяжку, иначе трубы разорвет. Это Бог так сделал, что металлы, ну, все расширяется. Все, кроме одного, вода. Вода при замерзании, наоборот, расширяется. При замерзании. А иначе, а если бы она сжималась, падала на лед, вся рыба, все озера промерзли бы до дна. Бог делает панцирь. Одно исключение, больше нету. Что он делает? Льет, я не вижу сколько. Дальше, затыкает ее. Там расширение идет. Он этого не знает разве? А по благословению нету. А благословения нет, значит, там другое. Там другое уже, которое благословение не дает. Я понимаю, что он это не хотел делать. Он не знал это. Для него все в новинку. Разорвало, а я и не знал, что оторвет. Да и голову оторвет, голова будет лежать и удивляться. А я и не знала, что так. Так и получилось. Он ее в банку начал крутить, и вдруг взрыв. Осколками вся банка разлетается. Вода-то я пощупал, не такая и горячая была. Расширение. А когда ее в банку эту делали, то две половинки на станке, где там делают, это жара такая, потом вместе склеиваются, там видно полоска вдоль банки. Он этого не знает. Если вы берете в банке мед или что-то, и там скоблите, и вот так, ну, твердое, задержаться, и маленечко изнутри стукнул, чуть-чуть, банка уже лопнула. У ней натягивающая по внешности идет, а внутреннее сжатие, то есть совершенно другое, он этого не знает. Закрыл ее, я только подумал, у нее рука большая, как она пролезет в банку. Но я занялся другими делами, там, для кошек питание. И в это время взрыв, а на столе лежит уже почищенная картошка. Там стеколки маленькие могут быть. Все проверить, подмести. Везде все. Он даже не знает еще, какие последствия могут быть. Проверить на несколько раз. Но как будто бы суп, каши не было там, не было. Понятно? А что ты в голову говоришь-то? Губы не закусывай нижнюю, вот так, ровно сделай. Значит, а вывод какой? В первую очередь, придумай сам себе какое-то наказание и питьевью. Вторую банку новую купить, возвратить, меня другое не касается. И впредь, не инициативничай, если не знаешь. Сказали, подошел, спросил, а можно я буду делать? Благословите, у тебя этого нету. Нету, опыта нету, благословения нету, ну и авария одна. Дальше, говорю, возьми лопату, пойди в дальний где-то крапиву, внутри крапивы вырой, чтобы ниже земли вот столько было, и туда стекло похоронить. Вышел, его нигде нету, а я выставил чашку с этой. А где ее, Никита? Нету. Я вышел, лежу на крапиве с лопатой. Пошел хоронить, а ничего не взял. Теперь она, а я возьму, так тогда ты отдельно бери. Одно стеколка сбегай, вернись, потом второе возьми. У тебя здорово получится, ты такой быстрый, у тебя получится. Дальше еще напрямую беги, вот тут перепрыгиваю через это, через все. То знаешь, можно сколько наворотов сделать? Ну вот, то есть, я называю разъезд. Ходят. Почему? Без благословения. Без благословения ничего не будет. Без совета дело не состоится, премудрый Соломон говорит. Ему это приятно слушать, неприятно мне. При всех делают разборки. А сейчас я буду шептать, ты при всех разбил. Это не интимные какие-то ваши, говорится, семейные дела. Это все на этом научаются. Со стеклом крайне аккуратным. Маленькое стеклышко увидели, принесите, положите где-то. Потом отдельно лопатой пойти и зарыть. Прибежал, теперь обратно. Вы знаете, как это важно? Я рассказываю пример. Раньше были помещики, а у него всем заведовал не помещик, а управляющий называется. А управляющий там бригадиры и все. Ну и какой-то там пониже ролью это был, допустим, бригадир. Помещику как-то и говорит, а вот несправедливость у вас тоже есть, хоть и верующий. Он говорит, а какая? А управляющему платишь сколько? Он говорит, 1000, а мне 200 рублей только. А я больше его работаю. Я знаю, ну, я хозяин и так. Так, а кто же это там на бугре? Так, это я просто говорю, а вы поверили. Я потом отвлекусь. Так, а так какие-то лошади там что-то стоят. Так,
Ну-ка узнай этому, который роптал-то 200 рублей получает. Он быстро, как Никита, вжарил туда через лох, перебежал, прибегает назад, говорит, а это отсюда недалеко, километров 30, говорит, они рыбу везут на продажу. Узнал, все в порядке. Он говорит, и почем? А я не спросил. Ну беги, он опять дунул, узнал, по 5 копеек килограмм. Прибегает, уже запыхался. Далековато бегать-то, километров 2. Так, узнал. Так, ты скажи, теперь управляющему говорит. А скажи, у нас в прошлый раз пенька оставалась, это от конопли, из которого ну, потом шьют, делают нитки и потом шьют. Пенька, говорит, осталась, у нас много. Там, говорит, завален весь склад. Так, теперь к этому обращайся, который бегал. А ты не спросил им, пенька нужна или нет? Так а вы не говорили еще. Вот он-то не говорил, а он знает и этому. Так, беги. Он побежал, уже пришел, все. Узнал, да, говорит, пенька нужна. Но они спросили, почем? Нет. Вот ты бы сказал, какая цена, и на рыбу наложили бы, деньги бы даже не показали. Рыбу забрали, пеньку отдали. Стой на месте. А староста в это время, который управляющий, ничего не знает про это. Он идет, он говорит, Георгий Ларионович, подойди сюда. Он только подходит, хозяин. Там что-то люди, видно, ночевали, распряженные. Подожди меня маленько здесь, я сейчас схожу. Он не посылает. Он приходит и говорит, а то рыбу торгует. Я договорился по 5 копеек, я договорился по 4 копейки. А пеньку-то мы хотели продавать вот там по столько, по 20, а я с ними договорился по 25. У нас и был, он посчитал хозяин-то сколько-то, у него 3000 прибыток только. И один раз сходил, и идет, важно, вернулся и рассказал. Так я сказал им, они говорят, мы сами сейчас подъедем, рыбу разгрузим, у нас, мы сами все сделаем, им очень пенька нужна. Ну и давай сравнить, что ты бегал мне туда и сюда с банкой с этой, и другому. Я банку принес, поставил на стол, она мне говорит, тут помидоры, я все это вам сделала, без всякой уксусной эссенции, вам на зиму есть. Разница есть, Никита Андреевич? Есть большая. Мне не нравится у тебя вот эта какая-то ирония или ехидство появляется. Не нравится. Старобрядческое такое. Значит, берите опыт. Банки нету. Один год я смотрю, а банки выносят, бросают в корзину. 6 3-литровых банок выброшено. У нас полка железный-то. Ну что, люди жарились. Вырабатывали это стекло, потом у домной печи или что там они там, плавильные цехи. И вы привезли сюда, разбили. Другому налили молоко. 3 литра молока. Кто это? Глухонемой Андрей Дробот. Налили ему там молоко. И он идет к телеге, идет и машет к телеге. А там железная закрышка, он его раз, молоко все, ну все, из сумки палит. Я говорю, зачем ты? А я вот так вот шел и вот так ударил. Я говорю, ну зачем ты сделал, ты мог тогда-то? А я вот так вот шел и вот так ударил. Корова ела, корову держали, зиму убирали за ней. Теперь доили ее, теперь налили в банку делали где-то для того, чтобы ты шел, вот так вот ее ударил. Ну осознай, что это не так. Мы что делаем-то? Мне это помнится все. Почему в нашей жизни бывает то, что мы делаем необдуманно, и главное, самое большое, что не берем этот опыт. Отрицательный это тоже опыт. И впредь никогда так не делать. Вот вы ногами здесь шоркаете, когда вода здесь появляется. Сколько раз говорил, не надо. Ты не знаешь, как ты подскользнешься, как ты упадешь. Можешь что-то сломать, руку или ногу. Это я с одной банки вам сегодня сколько наскреб полезного. Говори, Володя. На, Никита. Да. Да. Вчера после костра пришли, все разгрузили, всех уложили. Я только прилег на свою постель, уже собирался заснуть. Слышу крики от крайней кельи женского, вот где спят вот эти девочки. Да. Дядя Вова, кричат на весь лагерь. Пошел я, пришлось обуться, одеться, пошел. Оказывается, лягушка у них там. Мальчики закинули им туда лягушку. Это Андрей придумал. Андрей, говорит, закинул. Вот они говорят, что Андрей закинул. Ну-ка, Андрей, иди сюда. Ты один. Мы там сзади шли, ты один сюда подбегал. Закинул. Говори дальше. Ну что, лягушку поймал, выбросил ее. И легли спать. И легли спать, да. Но при том пришлось голос повысить, они начали, я только вышел, они начали там болтать опять. Я их строго выговорил. Лягушку подбросил? А где ты ее взял? Нашел. Ты хоть маленько веришь или нет, что будет суд Божий? Да.
И ты считаешь это нормально? Значит, тебе задание. Сейчас ты обедать не будешь, пойдешь на болото ловить лягушек. Банку дайте ему. 10 лягушек поймаешь, будешь обедать. Понял? Чтобы ты их любил. Все на этом. Мы садимся за стол. Там кто-то он пасет. Ты мимо спустись, там поищи где-то. А чтобы тебе было не скучно, кого-то дадим тебе, чтобы вдвоем оврать. Кто-то ему помогал. Помогал. Поможешь, нет? Ты можешь лягушку в руки не брать, но найти и сказать: Андрюша, вот лягушка. Согласна? Иначе я вас пороть буду. Сейчас вам дадут. Большие вот такие берите. Есть большие лягушки, и говорят, французы едят. Как дед Щукарь, ты говоришь, в устрицу попало ему там. Ему там дали в устрицу. Так, дальше что? Так, царапаться нельзя. Все. Все, да? На костре как? Ну как? На скамейку, я видел, становится ногами. Кто становился ногами на скамейку? Ну я замечание делал-то. На скамейку садиться надо, не ногами ходить. Другой подходит, платит за пачка. Ну правда грязи вчера не было. Ну можно понимать, что стол и стул это разное. На стул сидят, а за столом сидят, на стуле сидят. Ну, картошку попробовали все? Да. Я ухожу пораньше, мне принесли, я вам могу дать сегодня где-то. Значит, сегодня у меня занятие с вами может быть. На лодке плавать. Два человека, в крайнем случае три, если маленькие, никуда далеко не плавать. Рядом тут повернулись где-то, какая тебе разница, до берега 100 метров или 500 метров-то, не надо. И на борт не садиться, с лодки никогда не прыгать. Ты не согласен с этим? Стой на берегу. Утонуло 14 вон, 14. Мы молимся, чтобы Бог утешил родителей. Слушайте, правила, которые даются, инструкция по технике безопасности, они нам нужны. Они просто крайне необходимы. Все понятно? Да. Все, за стол садимся. Вы сейчас тогда поедите? А платочки? Платочки, все, ну нам раз, нормально. Вот молодцы. Они. Андрюша побежит. Давай. Я люблю. У кого нету платочки? Любите лягушек. Все, выключаю. Решил новостями. Вот видишь, сказал, пока не портить. Не обедать. Приходится обедать, потому что из-за Тараси. А одного не пошлёшь. Сейчас все бывает. Или прислушаться, что мы говорим. Ну, пойди, Андрюша, сюда. Скажи, как ты мог в женскую келью забросить лягушку, когда к женской келье подходить нельзя мужскому полу? У тебя нарушений-то сколько здесь? Дальше там никого не было, когда был он. Значит, ты открывал ее? Нет, она открыта была. Мы ее поставили на проветривание. А что там проветривает, как ветер дует? Вы закрываете от комаров. Знаете, технично, вот он может рассказать, как он ее закинул. Ну как, ну рассказывай. Он там вот все намеренно нашли, он вот так вот побежал через вот эту дорожку, перебежал, потом пошел, закинул. Как было? Закинул, потом и пошел. Теперь все открыто, у нас нельзя ябедничать, но это все открылось. А то он говорит, как есть. Потом, когда ты лягушек принесешь, мы посмотрим, что. Сегодня воскресенье, я думал, что тебя лишить еды. Но этого не будет, садись, ешь. Больше никогда не подходить к женской полках. Теперь ты кланяешься неправильно. Вот крестишься, и одновременно кланяешься, так никогда не делаю. Сначала нужно перекреститься, руку опустил, тогда поклонился. Это разное, ты крест еще не сотворил, а его уже ловаешь. Поняла? Так, полное молчание. А у нас по графику дежурства, я вчера дежурю, а сегодня должен был и Тимофей. А мне тебе Галя говорит, что я сегодня. Ну ладно. Так, дежурный у нас кто? Надо составить. Кирилл. Сказал, Кирилл дежурил. Да, я вчера дежурил. Так же вы мне дороги. Так, кто дежурит? Место вы и Тимофей. И Тимофей, потому что по графику дежурств так дед Володя составил. Место на Тимофея. Тимоша, вылаз. Вот это, кто решает, как оповы? Это, слушай. Никита, голым руками чугун не брать. Только рукавицами какими-то. Во-первых, оно все это протемблено. Ты дежурный, ручки мол. Пачкой. Так. Здесь у нас чья-то кошка приходит. Не гоняйте ее, не трожьте. Погладить можно один раз только, но не за столом.
Видите, правила простые, понятные, чтобы у нас была гигиена соблюдена, и в то же время не было жеста злодейства никакого. Что? Еще всего Ксюша в нашу келью заходила. Что? Маленькая Ксюша в келью не заходила. Она не заходила? Нет. Она... Если она сказала не заходила, я ее не могу за это дело преследовать. Если она сказала неправду, это грех. Придумай тоже. Нельзя ни мальчикам, ни девочкам друг к другу подходить даже, близко к келье. У нас порядок такой. Лишь нарушение, сразу лягушка. А знал бы, что нельзя подходить, ну еще помотался с лягушкой-то и пошел бы ей себе за углом жевать. Давай. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Божию. Видите, какой ветерок отгоняет. Так, это даже они сами делают. Да-да. Кто-то тебе должен и сделать, а не повар. У повара дело без нас хватает. Сейчас как только поедите, наверное, сразу на лодке, да? Да. Дядя Володя, сразу по лодке накачаете, все катаете. Деревенские надо было сказать, не сказали. Я сказала кому-то. А, я Анфисе сказал, муж она всем передаст. А у кого еще маленькие есть? Так, Варлам есть. Варлам сказать, надо будет сбегать. А, они любят кататься. Все. Видите, сколько утром у нас событий разных. И мы из всего извлекаем нужный урок. Как обращаться с посудой, со стеклянной и прочее. Нам скрывать зачем? Как не сидит, ну, не нарежу. Пойди, давай, так попробуй. Так, ну, возьмите себе хлеба, сколько надо. Передай. Вот и все, смотри, как легко делается. На стол не облокачивайся. Не облокачивайся. Вот эту не надо, а вот эту неси, маленький. Так, ну поскорее, будешь считать там. Все, хватит. Бери. Будем передать. Берите каждый себе, кто-то возьмет. Нового хлеба нарезать надо было. Игнат Тихонович, мы давайте вот этот доедим, а потом новый нарежем. Потому что вот эти вот кусочки. Согласен. Все. Скамейки, которые вчера говорили, их сначала сделать надо. Таких нет скамеек даже. Нет. В храме скамейки, чтобы были дети. Я давно об этом говорил. Ну вы сделаете эти скамейки? Я, конечно, не умею и делать не буду. Это делает Андрей Устинов. К нему подойди и попроси разрешения батюшки. Так, такой порядок. Хорошо. Я за. Ну, что, Володенька, понятно?